По всей стране отметили День железнодорожника. Ульяновск не стал исключением. Десятки лучших специалистов отрасли получили награды за высокий профессионализм. Первые лица города и области чествовали машинистов, проводников, инженеров и диспетчеров. Действительно, железная дорога и город Ульяновск неразделимы никогда в прошлом, никогда в будущем. Воистину, труд железнодорожников, он героический. Ведь вы работаете 24 часа в сутки, 365 дней в году, невзирая на погоду, невзирая на природу. В местном филиале Куйбышевской железной дороги не забывают об экологии. Рядом с путями регулярно проводится работа по укреплению почвы. В этом году железнодорожники реконструируют Волжский косогор. Реконструкция Волжского косогора позволит обеспечить устойчивую и безопасную работу железнодорожного транспорта, избежать нештатных ситуаций и улучшить экологическую обстановку. В конце этого года Ульяновская область станет центром Поволжья по обслуживанию двухэтажных вагонов. Подвижной состав будет следовать по маршруту Ульяновск-Москва. В модернизацию вагонного парка вложено более 8 миллиардов рублей. Станцию Ульяновск-1 начали готовить к пополнению, и вокзалы пути сообщения уже ремонтируют. Также планируется запустить 4 пригородных поезда от верхней террасы до станции Студенческая. Виктория Чиркова, Даниил Сурков, Ульправда ТВ.